Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня мы с вами продолжаем обзор проекта Apollon. И сегодня я предлагаю вам поговорить непосредственно о white paper данного проекта. Для того, чтобы перейти в white paper, нажимаете в верхней части white paper, и у вас открывается окно непосредственно с загружаемым white paper данного проекта. А какая информация представлена в white paper? Сейчас у нас white paper прогрузится, подождите. Вот, как вы видите, наш white paper прогрузился. Как мы видим, white paper достаточно объемный, включает в себя 68 страниц текста. Вообще, white paper — это так называемая белая бумага, техническая документация, в которой описывается вся информация по данному проекту, то есть что он из себя представляет, какую информацию он все несет, какое вообще видение у проекта, у разработчиков, как он будет развиваться и так далее. Как видите, здесь у нас white paper достаточно объемный, множество разделов, с которыми рекомендуется ознакомиться, посмотреть, какая информация у них представлена. Сразу же скажу, что вы можете по содержанию перейти на интересующий вас раздел. Здесь внедрена внутренняя навигация, то есть интересующий вас раздел выбираете, например, раздел Blockchain Games. Переходите, и здесь описывается информация по Blockchain Games, как они устроены и так далее. Далее также, например, интересующий вас раздел находите, например, вам интересна информация по команде проекта. Здесь переходите, и здесь по каждому из членов команды информация описывается, что они из себя представляют, кем они являются, какой у них опыт и так далее. То есть здесь, видите, по каждому из них описывается информация. Также и по советникам, по консультантам проекта все точно так же описывается. Здесь информация также по токенам. Генеральная распродажа, когда проходит, стартовала она у нас 16 июля. Предварительная распродажа у нас проходила с 7 мая по 13 июля. Как видите, общее количество здесь на 248 миллионов. Со всем этим я также вам предлагаю обязательно ознакомиться. Вообще, white paper, прежде чем инвестировать в проект, обязательно почитать. Иногда некоторые проекты просто льют воду, некоторые все детально, технологично описывают. Поэтому я вам рекомендую в этом плане сразу же определиться, посмотреть, что из себя представляет Apollon и что они описывают в своем white paper. Пишут ли они по делу, либо просто льют, так скажем, воду. На этом все. Спасибо за внимание. Спасибо, что посмотрели мой обзор. Обязательно присоединяйтесь к данному проекту, читайте white paper, смотрите, какая информация в нем представлена, и ориентируйтесь здесь по содержанию, ища интересующий вас раздел. Всего доброго и до новых встреч.